встречайте потомка Моби-Дика, белый кит, арктический дельфин и морская канарейка, белуха. Друзья, почему аплодисменты такие скромные? Громче встречайте артиста! Мужчины, мальчишки, свистите свои силы! Наш красавец-великан? Понравился. Ну хорошо, раз он вам понравился, тогда будем с ним знакомиться. Друзья, сегодня для вас будет выступать самая крупная белуха из трех подвидов. Это дальневосточная белуха. Камни-финари артист прибыл с Дальнего Востока. Представляете, какой путь проделал через всю страну, чтобы встретиться с вами. Встречайте, артиста зовут Альф. С ним работает Эгер Кривичу. Друзья, а наш Альф еще очень молод. Он сам практически мальчишки по всему 8 лет. Молод, а как и вечно. Вас встречает аплодисментами. Не откажите ему взаимности. Умничка, Альф. Друзья, вот мы говорим дельфин. И перед нами встает знакомый нам образ черноморский тополин. Но Альф настоящий дельфин. Хоть он огромен и белоснежен, и взгляните, у него нет спинного плавника. Просто в условиях Арктики, вечных льдов, белухам спинной плавник стал не нужен. И, к сожалению, в природе белухи не умеют выпрыгивать из воды с такой же изящной легкостью, как это делают абсолютно все дельфины. Но, несмотря ни на что, Альф научился этому прыжку. Вот видите, друзья, если в жизни чего-то очень сильно захотеть, если поставить перед собой цель, она обязательно будет достигнута. Главное – верить в себя. Браво, Аль! Друзья, а вы знаете, что у каждого артиста есть псевдоним? Знали об этом? Но вот у нашего Альфа тоже есть псевдоним «Морская канарейка». И вы задаете вопрос, что же у них общего, да? Огромный белый кит и маленькая певчая птичка. А вы как считаете, что у них общего? Поет. Голос. Ну, конечно, петь у нас Альф очень любит. Это у него от природы. Но голос, друзья, у него лучше канарейки. Артист для вас подготовил арктическую арию. И как настоящий певец петь будет по нотам. Как собираетесь? Кирилл Хост для чего? Не знаете? Друзья, вы не знаете, в чем дело? Но аплодисменты, конечно, важны для любого артиста. Но нам гораздо важнее, когда у нас внимательные гости собираются на трибуне. Кирилл. Уже все видят, что ноты вверх тормашками стоят. Да, самым внимательным Альф оказался. Уже устал хвостиком показывать, что ноты пора бы перевернуть. Вот так гораздо лучше. Альф. У нас все в порядке, давай возвращайся. Альф, ну тебе уже гости аплодируют. Итак, друзья, ария белого кита. Белуха по нотам поет. А бэк-вокалом у нас сегодня выступает морской котик. Браво! Друзья, Альф исполнил арию из оперы «О, как люблю тебя, свежая ставринка». Спасибо, Альф, за прекрасное исполнение. Да что ж ты делаешь, Аль? Аль, ну что за шуточки? Аль, тебе не стыдно? На тебя гости смотрят. Нет, вы полюбуйтесь. У нас, оказывается, не только голос прекрасный, у нас еще и чувство юмора отличное, да? Ну, спасибо, Аль, тебе за шутку. Вот так. Мы гости ее оценили. Друзья, правда, за эту шутку Кирилл Альфу спасибо точно не скажет.
Но раз у нашего артиста такое отличное настроение, веселое, игривое, да мы для вас с удовольствием станцуем. Ну а вы в тишине не сидите, аплодируйте громче! Вот это я понимаю.
природе увидеть целиком белуху. Но у нас дельфинари, возможно, все. Аль, самый настоящий артист, а любого артиста, будь то человек или белоснежный дельфин, на сцену приглашаю. Конечно же, аплодисментами! Каждый из вас сможет оставить на память прекрасную.